постель, на балконе наши новые кастрюли. Мы готовы, ждем ключи. Александра Гатина все вещи собрала еще весной. В мае она должна была получить ключи от новой квартиры и сразу заселиться. Сначала были у нас, постоянно говорили, сейчас в сентябре, потом в декабре. Сейчас вообще никакой информации дает. Ну, может, мы, да, на самом деле, мы ему надоели, но хотя бы мы имеем право хоть какой-то информацией владеть. В очереди на получение этих квартир по программе социальной ипотеки нижнекамские семьи стояли долгих 8 лет. Мы сейчас снимаем квартиру. Вот. Дело в том, что у нас договор до декабря, и мы даже не знаем, не имеем представления, насколько нам нужно продлить договор. Ну, все-таки, чтобы какую-то дату точную сказали, потому что вот так жить в недоумении тоже очень тяжело. Управляющая компания ничего не знает. Они не дают вообще ответа на наши вопросы. Вообще. Они могут только кричать на нас из-за стекла, и все. По данным застройщиков, все работы давно выполнены, и многоэтажка готова. И отопление, и все есть, и вода есть, ну все есть. Однако, как оказалось, новоселье откладывается из-за того, что дом до сих пор не принят на баланс госжилфонда. Не подготовлены документы на его постановку на баланс. Вот после постановки дома на баланс по фонду готовится распоряжение, дающее дату заселения. На сей момент полный комплект документов не сдан в фонд. На сбор документов, как заявили в фонде, уйдет не более месяца, после чего и начнется выдача ключей. Практически все квартиры в доме распределены. Юлия Шабанова, Регина Шигапова, Артур Давлекаев, эфир 24.